По многочисленным заявкам телезрителей была закуплена очередная партия бритв китайского производства Gold Dollar модели 208. Были, как обычно, обеззаражены, приведены в надлежащий вид и в результате заточены. Предлагаются вашему вниманию. Вот так вот они выглядят в данный момент времени. Вот эти безумные надписи были стерты, клинки предварительно выполированы и, естественно, бритвы заточены. Все выглядят абсолютно одинаково. Сейчас любое возьмем. Как это ни странно, я уже об этом когда-то упоминал. Абсолютно приличную сталь имеют на борту, что, естественно, не может не радовать. Да, в общем-то, особых и просчетов в слесарной обработке не отмечено. Пятки, конечно, слабое место, но я постарался это все дело максимально, скажем так, минимизировать с одной стороны, с другой стороны свести, что называется, в ноль. Из песни слов не выкинешь. Поэтому вот они, красавицы. Вариант в супербюджете, либо как первая бритва попробовать, а что же оно собой представляет, это бритье клинковой бритвой. Мне кажется, в полной мере можно вот с такими модельками. Цена вопроса 500 гривен или там в долларе получается, ну и там меньше даже 20 долларов, по-моему, долларов 18. Вот, в общем-то, и все. Надолго не прощаемся и до скорых встреч в эфире. Пока.